красиво. Ой, да, у нас Илья Геркус, президент «Локомотива», пока идет драка, рядом со мной Геркус. Илья Геркус, президент «Локомотива», в эфире. Пока драка идет. Илья, что происходит сейчас? Надо успокоиться. Надо. Мы счастливы, мы сделали это. Ну, драка похожа, да, на поле? Надо успокоиться. Надо сейчас доиграть. Мы отсюда чем можем помочь? Ничем. Мы ничего. В эфире Матч ТВ, но пока давайте на поле, что там происходит. Вроде бы удалось успокоить обстановку. Да, вообще, всем и участникам была, да, матча, и представителям тренерского штаба. Покой, Григорий Викторович. Сейчас попробуем. Григорий, что случилось, Григорий? Я не знаю, что случилось.